Скажи привет, ты пришла ко мне как бы на мейкап. Да. Ну ладно, давай присаживайся, что будем делать. Вот это. Ну блин, ты понимаешь, это ущербно, понимаешь? Вот. Это кринж полный. Стиль тебе нравится, другую фотку ищи быстро. Вот это. Ну ладно, давай. Так тебе нужно выщипать. Замечательно, просто-напросто. Ты вообще какими-то косметическими средствами пользуешься? Нет, по тебе видно, господи, боже мой. Так, тебе нужно выщипать брови. Давайте сюда. Какую форму будем делать? Ну, это оплата, естественно, будет, да. Вот эту. Ты вообще с чем делаем, как у меня? И сколько будет стоить? Ну, я тебе в конце скажу. Да, красить будем вообще. Почему у тебя ужасные брови, как это, вот, понимаю, я рэп-исполнительница 2022 года, я самая высокооплачиваемая. Ты, да что ты тут говоришь? Сейчас, подожди, мне нужен звонок. А, слушаю. Это Cardi B говорит. В смысле, я не вытрагиваю. Ничего не знаю, потом перезвонишь мне, Клин. Давай, все, пока. Ладно, садись, давай уже буду делать. Ну и что, то, что тебе больно? И что? Нет, а что? Иди ровно, не двигайся. Давай, поворачивайся. Ага. Не двигайся, что говорю. Так, блин, ну тут чуть-чуть не получилось, конечно. Давай сейчас еще. Все, давай, делаем.
зовут Диора.